Я хочу вам рассказать о двух наших потрясающих новинках. Эти новинки вы сможете найти только в нашем интернет-магазине или в нашем живом магазине в Химках. И речь сегодня пойдет о термосе для куба или о термосе для созревания мыла с нуля. Это термос, который идеально держит тепло. Сюда входит наш силиконовый кубик. Я не могу отвечать за кубы других производителей. Я отвечаю за наш куб. Он сюда идеально входит, и этот термос рассчитан для него. Если у вас есть сомнения, и вам кажется, что покупать наш куб и вместе с термосом это очень дорого, специально для вас у нас есть идеальное предложение. Термос вместе с кубом вы можете купить за совершенно смешную сумму, при этом куб для вас будет стоить всего 100 рублей. Термос утеплен со всех сторон. Даже крышка здесь утеплена так, что не выпустит ни грамма, ни градуса вашего тепла. И мыло созреет равномерно, одновременно, и у вас не будет никаких перепадов температур в процессе его созревания. Это очень удобно. Кроме того, все наши термосы можно штабилировать. И вы можете складывать один термос на другой. Тем самым вы экономите место в своем доме. Кроме того, ни один из домашних не додумается попробовать ваше мыло, даже если оно выглядит крайне аппетитно. Здесь написано, здесь зреет мыло. Кроме того, у нас есть термос и для бруса. В него идеально входит наш брус нашего производства, бирюзовенького цвета. И здесь уже может вызревать 1 килограмм мыла. На обратной стороне любого термоса вы сможете увидеть, что он изготовлен специально для бренда Выдубщики.ру. Обращайте внимание на эту надпись. Она гарантирует, что вы купили действительно термос нашего производства.